выставку Владимира Дионисовича Каленского. За 90 лет уже дядя. Он как рисует. Ручка не дрожит. Достойная вся выставка отражается, и я как экспонат. Церквушки мои любимые. Сильно. Будет ли видно? Ну, даже красиво будет, наверное, смотреться. Удивительно, что-то такое, дурное слово, конечно, но что-то сюрреалистичное его проступает благодаря этим отражениям и наложениям, спонтанным. Thank you.
Владимир Дионисович Каленский, художник, только что показал вам свои работы. Нам, мне, а я вам. Под 100 лет. Время бессильно.